Последние годы актер Денис Шведов часто появляется на телеэкране. Сериалы с его участием всегда показывают высокие рейтинги. В декабре 2020-го в сети появился новый многосерийный фильм «Волк». В нем Шведов тоже исполнил главную роль. Сериал получился интересным, поэтому многие зрители интересуются, планируется ли продолжение сериала. Известно, что в начале 2021-го сериал «Волк» будет показан на телеканале НТВ. Возможно, что после этого станет известно о судьбе продолжения. На сегодняшний день второй сезон не планируется. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.